весь як відеоблогер виглядає як щось не дуже серйозне. Ну, подумаєш там, знімаєш, викладаєш, заробляєш гроші. Ну, насправді це дуже складна професія, як і багато інших. Отже, день народження інста-блогерки. Можна? Готов? Да. Да? Да. Hello, my followers! Hello! Hello! Уже 12.02, а никто из моих друзей меня так и не поздравил с днем рождения. Неужели свой 25-летие я буду отмечать одна? Поздравляю! О, боже! Как неожиданно и приятно! Здесь собрались мои самые родные, самые близкие люди. И ты, твоя мать! Толстый. Тебя как зовут? Владимир Бздонский. Ты нафига эту водолазку надел, придурок? Ты что, не знаешь, что в Инстаграме сиськи показывать нельзя? У меня нет другой. У него нет другой. Викусь, все нормально. Я потом на эту зеленую тряпку на графике тела нормального человека поставлю. А, да? Так можно? Так, встань, давай. Так, давайте, улыбаемся. А я не понимаю, а что так сложно отыграть красивых, улыбчивых, преданных друзей, а? Бараны! Я вас наняла для того, чтобы мы сняли красивый, качественный контент, так что соберитесь, утырки! Давайте, дубль через минуту. Статика, что там по фону? Да что по фону, Викусь, что по фону? Ну посмотри, отвратительно. Ты можешь попросить всех, ну я не знаю, сделать городские лица? Ну вот в желтом. Если она улыбается, пусть перестанет. Или что с ней, а? Вот пусть поменяются местами. Вот, стой, синей вдовой, да. Махните. Так, сюда, все, давайте, Викусь, дубль через минуту, соберитесь. Господи, как стыдно. Меня последний раз так орали, когда я на клубнике в Польше был. Ну, там хоть не так обидно, потому что на польском непонятно нифига. Ну, слушай, а что ты вообще жалуешься? Стой молча и работай. Ага. Легко говорить, когда тебе платят на 200 гривен больше. Понятно, у меня даже текст есть. И вообще у нее подписчики знают. Смотри, что про меня в комментариях пишут. Норм, тёлка. Чё за тёлка? Где-то прыщавая тёлка. Короче, хайпую. Викусь, ты готова? Я готова. Вы готовы? Сейчас, 23, 24, 25. Готовы. Блин, уже 12.09, а никто из моих друзей меня так и не поздравил с днем рождения. Да чтоб ты сдох, блин! Благодарю. Давайте еще раз. Блин, уже 12... Уже 12.10! Уроды, соберитесь! Давай. Блин, уже 12.10, а никто из моих друзей меня так и не поздравил с днем рождения. Поздравляем! О, боже, посмотрите, меня пришли поздравить даже звезды! Спасибо, Катюша! Пожалуйста! Что ты делаешь, идиотка? Ты чего в камеру смотришь? Ну, я просто подумала... Подумала! Тебя думать сюда звали! Тебя позвали, потому что ты немножечко со спины похожа на Катю Осачу. Так что отвернись, заткни пещеру и замолчи свой рот, блин. Я так понял, переснимаем? Да, правильно ты понял, переснимаем, давайте. А можете мне поставить четкую актерскую задачу, кто я? Ты подруга. Нет, подождите, подождите, я какая подруга? Ну вот такая, что мы на горшок вместе такими малышками ходили. Или такая, что мы год назад поехали в Кирилловку, познакомились на баре, напились, влюбились в одного парня, потом из-за него подрались, а потом поняли, что мужики это не важно, и снова помирились. Мне очень важно для образа, вот какая я. Вон. После всего, что у нас было в Кирилловке... Пса вон отказала! Пса вон отсюда! Так, вы меня с ума сведете. Ну, дай посмотрю, нормально хоть выгляжу. Ну вот, довольны! Довольны, у меня из-за этого ора капилляры в глазах полопали. Мои подписчики подумают, что я накурилась с самого утра. А я это собиралась делать после того, как мы снимем это видео гребаное. Викусь, успокойся, я все сделаю, я смонтирую. А я не понимаю, а что ты меня успокаиваешь? Что ты такой спокоен, Стас, если видео должно выйти ровно в 12.30? А почему 12.30? Мне тебе надо все объяснять.
Потому что ровно 2 часа тому назад Эктор Хименес Брау выложил в сеть новый рецепт супа, который все приготовили, поели и с минуты на минуту пойдут в туалет. И тут опа! Мы! Самый пик просмотров! Класс. Поэтому у тебя 6000 подписчиков. Да вот именно. Так, все. Так, соберитесь. Вам всем понятно? Все понятно. Нет, да? Непонятно! Вы что себе позволяете? Вы что с нами так общаетесь? Ты прав, прости, пожалуйста. Прости, я погорячилась. Извини. Все, ну, бывает, нормально. Да, давай ты сейчас успокоишься, да. Расслабишься, только перед этим пойдешь нахрен отсюда. И вернешь бабки, которые я тебе заплатила за это все. Я уважаемый артист! Значит, слушай сюда, артист. Ты снимался в сериале «Пес». Тебя за 200 гривен собака в ногу жахнула. Узнаю, значит. Так что давай, стой и не скули. Господи, я не понимаю, Стасик, а почему мы не можем сделать так, как договаривались? Типа я сижу такая на унитазе, встаю, а там такой торт со свечками. И Кусь, это было у Горбунова. О! А давай мы найдем котика, который будет мяукать. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Викусь, подпишись на Горбунова. Блин, чего у него не было, этого Горбунова? Викусь, у него не было, чтобы к нему на день рождения пришли реальные друзья и поздравили. Ладно, все, соберитесь, давайте, нет времени, опаздываю. Начнем с... Вопросик, по мне все хорошо, нет никаких поправочек. Честно? Честно, клянусь, думала, ты торшер. Давай ты встанешь вот там вот, так и не будешь меня пугать, пожалуйста. Все, давайте сразу поздравляем, мы опаздываем, давайте. Поехали. Поздравляем! Ура! Это что такое? Я когда нервничаю, у меня ладошки просто потеют. Ладошки у тебя потеют? Ты рукосрак, блин! Ты ничего сделать не можешь! Давайте, блин! Утырки! Соберитесь! Ну, времени нет! Давай, давай! Сразу поздравляем! Поехали! Поздравляем! О, вау! Боже, как приятно! Меня пришли поздравить мои лучшие друзья! Викуся, мы все твои лучшие друзья! Кто? Кто, идиотина? Кто? Стол, стул, вазон. Кто мои лучшие друзья? Да в конце концов, вы меня сами вот сюда поставили. Я изначально репетировала вот здесь. Вы меня переставили вот сюда. А-а-а. Так это получается, я еще и виновата, да? Кто привел сюда эту конченую? Кто привел ее сюда, я спрашиваю? Молчим, значит. Хорошо. Значит, ты пошла вон отсюда. А с вами продолжим. Доча, я не могу потерять эту работу. Блин, свою следующую историю с психушки буду записывать. Давайте, быстрее, все, времени нет. Давайте, начинаем. Викусь, иди сюда, глянь. 12:31, все, не успели. Ну почему вы такие уроды, а? Ну вы что, не понимаете, как мне было тяжело выбрать день, в который ни у кого из звезд нету дня рождения? Чтоб сразу попасть в топ дня. Стас, ты вообще снимаешь какие-то? А, ты играешь? Угу. Ну у меня же все по минутам расписано было. Ну хоть салют сними, он проплачет! Класс, класс!